Новогодние праздники в Бельцах не отменяются, несмотря на то, что Рената Усатый пока не может вернуться в Молдову. Об этом во время онлайн-трансляции на своей странице в Фейсбуке сообщил мэр Бельц. По традиции, на центральной площади установят новогоднюю ель. Она будет такая же красивая, как и в прошлом году. Бельчаны гостей города в новогоднюю ночь ожидают сказочный городок, карусели и ярмарка по продаже национальных блюд и напитков. Ледового катка, правда, не будет. Рената Усатый объяснил, почему. 15 декабря открытие елки в Бельцах, где в этом году из того, что было в прошлом году, не будет только катка, потому что каток в Молдавии сдается в аренду только один. И Киртуака, кстати, и там. Короче, каток этот в этом году забрал Кишинев. В прошлом году он был в Бельцах, просто он один на всю страну, к сожалению. Карусели, ярмарка, Извар, Колценаш, Малиг, Фригарой, тот сейчас возут Анну Трико, тот Сфи. Акум Депидат, один тень чеписан, всем фрумуцаска, урашу. Кумари Плачериш, Кумари Драк, Осамабу, Курдакен, Сути Деми Дюамин, Дентуата Цара, Кашану Трико, тот Звездец Белцу. То есть будут детские аттракционы, качели. То есть, ребят, все, что было в прошлом году, значит, да, тяжело, ситуация не самая хорошая, но я двигаюсь вперед, потому что запланировано, то есть будет стоять сцена со звуком, с караоке, значит, каждый день будут выступать молдавские артисты, и новогодняя ночь будет огромная тусовка на площади в Бельце, где в худшем случае с вами буду в прямом эфире онлайн. Поэтому welcome to Belts, и поверьте, как и в прошлом году, лучше всех украшены будут именно Бельцы, и Бельцы будет самая красивая елка в Молдове. Я думаю, не только в Молдове, в том числе за ее пределами. Напомним, в прошлом году тысячи семей пришли на центральную площадь Бельц, где происходило торжественное открытие главной городской елки. Под огромным впечатлением от увиденного остались не только дети, но и взрослые. Ведь многое происходило в Бельцах впервые. Новогодний городок, шикарная иллюминация, карусели и ярмарка, для которой МП «Объединение рынков» смонтировало 20 деревянных киосков избушек. Это еще один элемент, впервые ставший частью праздника. По словам примара, эти домики находятся в собственности предприятия и будут выставляться на все праздники по мере необходимости.